Главная цель крещендо – представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы. В программе фестиваля два симфонических гала-концерта и джазовое шоу «Классика и джаз». С Уральским академическим филармоническим оркестром выступят как маститые музыканты – это Борис Андрианов – виолончель, Игорь Фадеев – кларнет, Роман Симович – скрипка, так и совсем юный пианист Александр Малафеев. Завершится фестиваль программой «Классика и джаз», в которой академические музыканты проявят себя в непривычном для них жанре. Слушатели ждут джазовые импровизации, инструментальный микс, виолончель, ударные, фортепиано, контрабас, баян, скрипка, балалайка. Не останется в стороне и арт-директор фестиваля Денис Мацуев, примет участие во всех концертах крещендо. В 2014 году фестивалю исполнилось 10 лет. К юбилею устроители подвели некоторые итоги в цифрах. 5 стран, 36 концертных залов, 16 выдающихся музыкальных коллективов, более 100 молодых талантливых исполнителей, 98 концертов и творческих мероприятий, более 65 тысяч зрителей, более 20 миллионов телезрителей.